интересующий всех вопрос. Почему Куко? На самом деле, наше название ни с чем не связано абсолютно. Вообще ни с чем. Когда мы придумывали наш проект, мы, во-первых, не думали, что он будет таким популярным и завоюет сердца такого количества огромное людей. Мы просто придумали, исходя из того, что был свободен домен. То есть был сайт, я его вбил там, Коко просто. Вбил, он оказался свободным. Для нас был самый главный критерий, это найти короткое подходящее имя для нашего сайта. И поэтому Коко, это никак ни с чем не связано. А Кукубай, вследствие появился уже позже, потому что сначала, Кукубай это сайт, coco.by, поэтому мы называем сейчас Кукубай в честь нашего сайта. Вы с братом как-то договариваетесь, что постить, или это всегда удачная импровизация? На самом деле мы никогда не договариваемся. Скажу вам честно, что все посты, которые в Инстаграме у нас, они делаются моим братом, пишутся. Только я уже там правлю текст, я делаю все фотографии для Инстаграма и снимаю очень много интересных сториз. Потому что кто-то говорит, что сториз моего брата смотреть просто невозможно и неинтересно. Я хочу делать вообще неинтересно. И он очень такой дипломатичный, очень такой строгий дядя, который снимает просто правильные сторис в правильных местах. А я хочу сделать это все по фану и делаю это с юмором и интересно, чтобы было приятно смотреть не только взрослому поколению, бабушкам и дедушкам, но и молодому тоже, как вам. Сегодня в Минске еще остались заведения, в которых вы не были? На самом деле в Минске практически не осталось тех заведений, где мы не были. Потому что на самом деле город очень маленький. И обойти пару тысяч там заведений для нас не составит никакого труда. Мы ходим по 7-8 заведений каждый день практически. 7-8. И это бывают мелкие кофейни, бывают рестораны, бывают столовые и так далее. Конечно, сказать, что обошли все заведения, я не могу, потому что есть мелкие столовые, есть какие-то придорожные кафе в пределах МКАД и так далее, ну, в которых я не вижу смысла идти, потому что они абсолютно обычные, и контент будет неинтересным нашим читателям. Поэтому мы стараемся ходить только в самые топовые, самые интересные заведения, снимать годный контент. Да, чтобы всем было интересно. А да. Вы устаете, когда охотитесь? На самом деле я очень уставший охотник, очень сильно. Потому что мы ведем нашу деятельность уже на протяжении 3 лет. И честно, я устаю кушать и хочу, чтобы кто-то делал это за меня, и мы будем ему даже платить деньги. Поэтому, если у вас есть желание, возможность, вы можете стать молодыми фудхантерами. Я бы хотела. А вы не боитесь за фигуру? За фигуру? Не, Ника никогда вот не боится. Как встречают в новых кафе или клубах? На самом деле, поскольку проект довольно-таки крупный, нас уже, несмотря на то, что мы не показываем нигде своих лиц, ну, только в вашей телепередаче мы решили показать одного из Кукубай, хотя у нас несколько человек. Но я вам скажу, что даже если мы не показываем свои лица в Инстаграме или где-то в других ресурсах, нас почему-то все знают. Кто-то узнает по голосу, кто-то узнает от друзей, от знакомых, из СМИ, из сторис, откуда угодно. И нас уже узнают. И, как правило, делают намного лучше, чем обычным посетителям. И это большой-большой минус, потому что, придя в какой-то ресторан, нам сделают намного вкуснее, и мы, соответственно, напишем хороший положительный отзыв. А придете вы, придут другие читатели, им сделают намного хуже. Поэтому у нас есть такое понятие, как барсук в гнезде. То есть это, грубо говоря, человек, которого никто не знает. Он может быть абсолютно любым. Это может быть бабушка, дедушка, мальчик, девочка, ребенок, кто угодно. Мы его засылаем в заведение, он пробует. И если потом пишет нам, дает информацию, и мы на основании этого потом уже приходим сами и делаем какие-то заведения. Это тогда уже честно. Да. Какой случай фудхантинга запомнился больше всего? Ой, как я уже говорил, мне больше всего запомнилось, знаете что, мне запомнился в Питере в ресторане господина Шнура, да. Мне запомнился костный мозг, потому что это вообще невероятно плохое блюдо. Невкусное, да, и за какие-то неадекватные деньги. А на самом деле у нас очень-очень-очень много каких-то таких моментов, которые с нами случались. Но прямо сейчас я, конечно, не могу вспомнить. Вот костный мозг, один пример, пока могу привести. Он был вообще невкусный. Он был вообще невкусный, он был ужасный, он отбивал аппетит. То есть даже если вы приходите в ресторан, вам его подают как первое блюдо,
дальнейшем вы не захотите больше ничего кушать после этого костного мозга. Потому что это просто ужасно. Если нас смотрит господин Шнур, я прошу вас, а точнее вашу жену, поскольку вы уже не имеете никакого отношения к этому ресторану, прошу на законодательном уровне запретить костный мозг обязательно и не подавать его гостям. Сколько времени в среднем уходит на хороший обзор? На самом деле тут может уйти как минута, так и пару дней. Все зависит от того, куда мы постим. Если это Инстаграм, то мы можем написать прямо за 2 минуты какой-то текст приблизительный. Но если уже идет речь касается нашего сайта, то тут уже статья может готовиться 2-3, а то даже неделю. То есть это подготавливаются фотографии, это готовится текст. Это все анализируется, сравниваются отзывы других людей. Тогда мы выдаем уже на сайте честный обзор, который никогда не купит ни одно заведение ни за какие деньги. Бывает, что заведения хотят подкупить. Да, такие случаи бывали, и они практически каждый раз встречаются на нашем пути. Но я вам скажу, что деньги – это не главное. Их количество тоже не главное. Главное – честность. Главное – честность. Да. Главное – быть честным перед своей аудиторией, своим читателем, чтобы они воспринимали вас как независимое какое-то лицо, которому можно прислушиваться, которому можно доверять. И репутация, она не купится ни за какие деньги. Тут надо работать честно и переживать. Как появился фудхантинг в мире? На самом деле, я не знаю, как он зародился, как он появился и есть ли он вообще. Потому что за весь мир я не могу сказать. Я могу сказать, что мы популяризируем это слово фудхантинг, фудхантерство. То есть каждый из вас, каждый из нас, те люди, которые ходят по заведениям, питаются в кафе. А я вам скажу, что сейчас питаться в кафе намного выгоднее, чем дома, и дешевле. Тенденция, она растет. И каждый из людей, которые ходят по заведениям, они уже в априори фудхантеры. То есть они уже что-то кушают, пробуют, а с появлением социальных сетей они начинают писать это все. Они начинают рассказывать людям. Поэтому фудхантеры – это не только мы, это вся аудитория, которая кушает, да. И любой из вас может стать фудхантером. Вы когда-нибудь думали о своем кафе или ресторане? Да, на самом деле я думал о своем кафе и не перестаю думать. Но времени на самом деле настолько мало, что я понимаю, что с нашим графиком, с нашей работой я просто не смогу сделать то качественное заведение, которое хочу. Я хочу сделать супер дешево, супер вкусно, супер атмосферно. Но на это нужно либо большие вложения, огромные деньги. Деньги, да. Либо уехать в какой-то курортный городок, открыть свое маленькое кафе, но только не в Беларуси. Пока я, наверное, все-таки больше нет, чем да. Как хотели назвать? Названия у нас уже есть какие-то определенные, но пока я вам не могу назвать, чтобы не раскрыть всю информацию и чтобы оставить это в интриге. А давайте что-нибудь сейчас вместе затестим. Прямо сейчас? Да. Давайте затестим, почему нет? Дайте угадаю, там торт. Не угадал. Дайте угадаю, там рулька. Нет. Сами готовили. Это пирог? Вау! Штрудель? Пирог? Да. Штрудель. О, спасибо, это просто бомба. Сверху я вижу глазурь. Глазурька. Ну, вообще круто, очень круто. Я, с вашего позволения, хочу его сфоткать. Или, ну, даже, или даже снять видос. Так, стоп. На счет три. Раз, два, три. Сегодня мы работаем в кофейне Сорсо Диэспрессо. Это девчонки, они берут у нас интервью, популярные YouTube-блогеры, да? Да. А вот этот оператор, его не видно. Они спекли для нас вот такой фудхантерский торт, за что им большое-большое-большое спасибо. Очень круто. И сейчас мы его будем... Сейчас еще есть. И еще, это пицца. Нет. Это что-то сладкое, я чувствую. Вау. Это мастика, скорее всего. Да. И это наш логотип. Почти наш. Очень крутой. У нас тоже рядышком. Блин, вообще. Сейчас я его добавлю. Стоп. Я сделаю фотку. Очень не хочется его трогать, но ради фудхантерства поехали, да, можно? Да. Ну все, так. Ну что, пробуем? Ну первый, да. Не отравлен? Нет. Я чуть-чуть. Ну что, с Богом. За вас, за всех? Да. Он теплый,
Ну? Да, он божественный. Главное не растерять навык, потому что любая девушка должна готовить, уметь готовить. И очень круто, что вы начинаете с вот маленьких. Ну да, это прям Никино хобби. Да? Да. Кто главнее в Кокобай? На самом деле у нас нету людей, которые кто-то главнее, кто-то менее главный. У нас все на одном уровне, и у нас нету никакого разделения. То есть каждый человек — это как кирпичик в маленькой стене. Он выполняет свою роль, он выполняет свои функции, и главных у нас нету. Вот так. Это очень хорошо. Какие минские заведения вы бы посоветовали иностранным туристам? На самом деле заведений очень много, и каждый день они открываются, закрываются. Я могу только пару назвать. Поскольку наши иностранные гости, они приезжают сюда не только кушать, красиво отдохнуть. Поэтому я порекомендую Бордот, Эмбер, Ричкет и другие такие заведения, их очень много. Блэкхаус, если хотите вкусно покушать, то Пена дней. Но, как правило, иностранным гостям еда — это, ну, смотри, какой иностранный гость. Сильно важная. Да, не сильно важная. А на самом деле у нас есть телеграм-бот, где каждый человек может скачать и посмотреть все топовые заведения, и все заведения, куда можно сводить иностранца, куда можно сводить там туристы и так далее, и так далее. Вы увлекаетесь фото. За это платят? Я увлекаюсь фото, но я вам скажу, что я профессиональный фотограф, и я делаю фотографии для крупных сетей, крупных заведений. И мне за это, естественно, платят. Платят? И да, платят. Но... Много или мало? Много, много платят. Много. Очень много платят. И я тем самым могу кушать в заведениях и ни в чем себе не отказывать, потому что на еду уходит очень-очень большое количество денег. Да. Поэтому я занимаюсь своим любимым делом, мне это очень нравится. Так. Расскажите о самой веселой съемке на вашей памяти. Самая веселая съемка. Вот вспомню. Это было, я вам скажу, ну как это веселое? Это, с одной стороны... Смешная или... Я могу сказать, что у меня почти все съемки, они проходят с смехом, с угаром и с недопониманием каким-то. Но я вам скажу, что самая необычная съемка, можно сказать, веселая, она длилась у меня где-то часов 16 в подвале. Меня заперли, да, в подвале ресторана. Меня там заперли, мне выносили еду, я ее фотографировал, и эту еду отдавали гостям. И на протяжении 16 часов в помещении метр на метр, грубо говоря, когда все оборудование у меня занимает почти все пространство, я сидел, вставал из маленького стульчика, маленького парапета, фотографировал еду, и мне приносили следующую, и так на протяжении там 16-18 часов. Вы там как бы не замерзли? Не, а там было довольно-таки тепло, там было тепло, и абсолютно, ну, я почувствовал себя в каком-то заключении. Еще не хватало кандалу там надеть, да, да. Гирю какую-нибудь. И вот наручники. Да, наручники. И наручники, и все. Я бы себя почувствовал бы. Вообще. Да. На чем сейчас выезжают? Или хайпуют, общепит города? На самом деле, вот хороший вопрос от вас поступил. На самом деле, я считаю, что сейчас они стараются хайпом притянуть людей в заведение. Угу. Хайпом. Но хайпом? Они не... Хайпом, да, именно хайпом. Но они не понимают, что кому-то дано качественно хайпить, кому-то нет. Где-то это работает, где-то нет. Если что себе может позволить Бургер Кинг, то не может позволить, например, Сорса Ди Эспрессо. То есть тут надо четкие разграничения. И я вам скажу, что у нас заведения стараются привлечь гостей хайпом, но не у всех всегда получается. К вам прислушиваются 1000 подписчиков, так? Сотни тысяч подписчиков. Вот, тем более. Как юным блогерам добиться такого результата? Я вам скажу, что это практически нереально. Это практически нереально, потому что именно в еде, потому что аудитория у нас не очень большая, и мы работаем каждый день, мы вкладываем десятки тысяч долларов в еду, и я вам скажу, что заниматься тем, чем мы занимаемся, это просто нецелесообразно, и это надо любить, это надо любить. Но молодые блогеры, когда хотят чем-то заниматься, они ставят деньги в приоритет работы, приоритет чего-то высокого. Они хотят много зарабатывать, понимаете? А это изначально неправильно. Если хотите делать качественный проект, делайте то, что вы, чем живете. Допустим, вы берете интервью, это круто, занимайтесь этим без всяких подоплеков, и люди у вас будут. Нам нравится просто ходить по заведениям, мы не ориентировались на деньги, и поэтому у нас это все получается. Но развить такой проект, как у нас, в рамках Беларуси, крайне проблематично, крайне. Вам
сказали, что у вас с братом не сходились мнения о оценке кафе. Да, на самом деле так и есть. Бывает, что не сходятся. Конечно, сколько людей, столько и мнений. Не бывает такого, что все заведения нравятся одинаково. Кому-то что-то понравилось, кому-то нет. Но надо находить какие-то общие знаменатели. Надо находить общие пути и приходить договариваться где-то. Где-то приходить к своему мнению, прислушиваться. И никогда не надо спорить. Особенно, если вы заняты в такой профессии, можно так сказать. Ребят! Я очень рекомендую вам подписаться на знакомые лица. Эти девчонки берут крутые интервью, и я желаю развития проекту, чтобы вы занимались этим не только в Беларуси, не только в России, а по всему миру. Я жду, чтобы вы брали интервью у Дональда Трампа, например, или у Джастина Бибера, и это очень круто. Я желаю вам успехов, развития и много-много-много интересных личностей. Спасибо вам. Передайте, пожалуйста, эстафету интервью с нами своему любому другу. Из блогеров или звезд? Давайте я передам эстафету нашему очень хорошему знакомому, популярному блогеру, популярному человеку в определенных кругах. Это Максим Пушкин. Очень классный парень, очень интересный. Я думаю, что вам будет с ним приятно пообщаться. Поэтому, Максим Пушкин, я вызываю тебя на дуэль. Задавайте ему каверзные вопросы, пусть он отвечает на все то, что он не говорит в Инстаграме. Обязательно, Максим, это тебе. Да. Жди, Максим, жди. Они придут к тебе?